разлить. Добрый день всем. Здравствуй, дорогой подписчик. Здравствуй, уважаемый зритель. Технический видос. Ну что, буду жаловаться на жизнь, что жизнь у меня трудная. Чек, я жадный. А проблемы какие? Мне так неохота заводить трактор. Потому что заводить трактор — куча проблем. Мало того, что нужно его еще дергать со всей силы, там открывать кучу кранчиков, там все проверить, это одно. А самое главное, это же расходы. Какие расходы? Завел трактор, вроде бы как ерунда там, что там-то, поездит, ну 2 часа там по двору, маленечко. А все равно, хочешь не хочешь, оба, вот 20 литров, 10 литров как не было. Потому что завел трактор, нужно и туда съездить, и сюда съездить, и навоз вывести. И одно, другое, третье. И супруга потом в конце прибегает и говорит: ты мне вот там подвинь, тут сделай, это подкорректируй. Так что содержание трактора — удовольствие очень дорогое. Так, елки-палки, что-то забыл. А, у меня там в машине же деньги, ладно. В общем, минимум 500 рублей. Оба-на, туча заходит. Ладно, пусть стоит, тут никто не украдет. Ну, в общем, такие дела. Хочешь, не хочешь. Конечно, все это можно сделать при помощи тележки. Взял тележку, схватил и повез на огород. Но это когда молодой, когда у тебя сил много. Ну, я и так себя сейчас старым не чувствую. Но все равно легче это все сделать при помощи трактора. Я же ленивый. Мне приходится все это делать с помощью техники. Поэтому с техникой сопряжено множество расходов. Очень хорошо, наконец-то у нас пошли дожди. Второй день идет дождь, что пока сенокос не начинаю, немножко трава подтянется, а потом будем косить. Кузя, ты далеко пошел? Кузя! Куда ты пошел? Грязь такая крадется. Куда ты поперся? Кузя! Пока поглядите видеоролик за трактор, как я работаю на тракторе, что я там делаю. А в следующем ролике, в следующем видосе, я его, конечно, еще не снял, но постараюсь снять, покажу. Буду работать с приспособщиком. Короче, лета было много, и купил краски, и вот некоторые детали и узлы, как, например, вот этот вот, это здесь цилиндр, для того, чтобы поднимать сам подбирающий механизм, подборщик. Подкрашу, почищу, все сделаю. Вообще, приспособщик импортный, и там вся металлическая конструкция оцинкованная. Но тем не менее, возраст у него большой, начинает коррозировать, ржаветь. Наш бы уже вообще ржавел. Вот я буду подкрашивать, так что далеко не убегайте, смотрите. А пока я буду ездить на трактор, поставьте мне лайк или дизлайк. Кто не подписался, подпишитесь. Смотрим и заходим.
Конечно, можно взять тележку в руки и бегом бежать, вытаскивать ее туда дальше на огород. Но это же сложно, это же трудоемко. Это же нужно сколько времени эту телегу тащить на себе, на руках. Гораздо легче и проще для меня, для моего возраста. И вообще мне самому эту телегу легче в трактор сложить, а потом везти на огород. Ну а сколько везти на огород, сейчас вот сами увидите, посмотрите. Ну немного. Так, от столба до столба 60 метров. Ну и там еще, ну 100 метров. Лучше эти 100 метров проехать на тракторе, чем тащить и тяжеленную телегу по грунту на себе. Так что приходится трактор, хочешь не хочешь, заводить и таскать. Так, ну огород я вам покажу попозже, что получилось из этого, с огорода. Это что за явление тут такое? Это что такое тут, а? Все в стаде, а тут скотина бегает. Но это не мои. Мои-то все с ошейниками. Ну-ка пошли отсюда быстро. Ух, что шарите здесь, огороды топчете. Шли, блин. А? Ну, какая-то молоденькая тёлка гуляется, видимо. Иди! Иди! Ух! Быстро пошли! Откуда вы тут взялись? Вы не с нашей стороны.